что? Добрый день. Скажешь, сегодня включил что? Уже? Да, включил. А ты говорил включено, мне кажется, было не включено, вот сейчас включено, нет? Нет, почему? Сейчас выключено? Нет, сейчас включено. Вот, а тогда не было включено, почему значит. Я... Сегодня 10 октября, приехали братья из Потеряевки, разгружаются, Надежда сильно встречает. Уже заканчивают разгрузку. Урожай, картошка. Ну все, поехали. Кошек вынесли? Кошки, а вон они, кошки. Сюда. Так. Вот они. Кошечки. Так, посмотри, там еще есть. Володя, где он? Володя, крикни его там. Сейчас, подожди. Я могу не удержать. Но... Володя, Володя, все, подойди. Стола нету, сейчас бы на стол поставили. Вот он стоит, стол. Забираю. Стол стоит, вон, посмотрите, и лавочка. Так, теперь вытащи меня тут, второй. Это, Володя, сейчас только. Моя. Там он сейчас стоит. А это машина. Это не надо. Вот сверху только брать. Не урони, тут аппаратура. Лавочка с котятками. Как будто бы все. Это Володя надо занести туда, в комнату. Ух, оставьте, оставьте. Какой он тяжелый. Там кот такой здоровый. Поставьте, Гнать. Подожди, хоть тебя репей тут сзади. Любовь Николаевна там все подняла, моет. Кто же заставлял-то? Все вот так вот, а теперь? Ну там моли полно. Чего было. Больше всего? Боюсь, стой, есть. Мне не нужно, что вы делаете вот это вот, без разрешения. А что, она там уборку начала, да? Ну она как всегда, в последний день. Это же надо было заранее сделать. Все. Выгрузились.